Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Обладатели этого имени переполняет воодушевление и жажда деятельности. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, поддавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Импульсивность, умение рисковать и то, что мы называем личностью притягательностью, обеспечивает обладателям этого имени огромную популярность у противоположного пола. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Из владельцев этого имени получаются гениальные торговцы и биржевые игроки. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.